29-летний водитель автомобиля BMW 525, не имеющий водительского удостоверения, двигался по деревне Майское и в пути следования, выбрав небезопасную скорость, не справился с управлением, совершил съезд на обочину и после опрокинулся на заборное ограждение. В результате ДТП водитель, а также 20-летний пассажир на марке были госпитализированы в травматологическое отделение больницы.